великой радостью я хочу выразить свое приветствие вам, любимым, дорогим чадом Бога. Десять лет проходили события, и вот сейчас в очередной раз мы собираемся вместе на вот таком вот празднике, появившемся в вашей жизни. Праздник, конечно же, носит больше символический характер. И, конечно же, не он составляет истинную суть радости, которая призвана заполнять сердца ваши. Но даже и в том малом, что для вас выглядит символическим, оно уже способно проявиться определенной благостью. Нелегок жизненный путь сейчас у вас. Много трудностей покрыло вас в последние времена. И суметь порадоваться по-настоящему оказалось весьма нелегкой задачей. Но вот даже сейчас, попробовав соединиться вместе, вы попробовали построить этот праздник, где создали немало усилий, и которые, конечно же, могут приносить радость. И где, конечно, опять же, я хотел бы, чтобы вы не торопились делать какие-то порой поспешные оценки, когда вы пытаетесь как-то организоваться, пытаетесь придать этой организации какой-то внешнюю красоту. Не торопитесь оценить это негативно. Чтобы жить вместе и творить красивое, очень часто нужно уметь это сделать вместе и очень слаженно. Но пока недостаточно могут чувствовать сердца ваши, чтобы, именно опираясь по чувствам, вы могли, словно в муравейнике, делать дело свое. Но где благо от дел ваших индивидуальных, оно приходит ко всем сразу. И это ваш путь, когда в конечном итоге слаженность ваша будет опираться на зов вашего сердца. Ну а пока надо учиться его услышать. Голос его нежен, голос сердца тонок. Такой голос не доказывает ничего. Этот голос не будет убеждать вас сделать благо дважды. Он звучит единожды, а дальше предоставляет вам право сделать выбор. Достойный пахарь, который может обработать истинно землю, это тот, кто способен различить голос маленький, зов тихий, и устремиться к исполнению необходимого, отдавая силы свои полностью. А все остальные
увлекается рассуждениями многими. Они легко способны променять голос тоненький, голос добрый внутри, на многое суетное и на многие предметы блестящие. Великую школу должно вам ныне постигать. Не все из вас способны услышать, конечно же, еще пока истину. Но я больше обращаюсь к тем, кто все-таки берется услышать. А значит, я буду надеяться, что он возьмется это и исполнить. И вновь, из года в год, мне хочется окинуть взором вокруг и посмотреть, так где же мои ратники? Ратники любви, ратники истины, ратники света. Что в руках у тех, кто вокруг находится и утверждает якобы истину? Что в руках утверждающих? Что в руках у громко говорящих? Мне хочется присмотреться в надежде, но не всегда я могу увидеть в руках этих цветы. Чаще видится что-то тяжелое, чаще видится холодное. Но вновь и вновь надежда таится, вновь и вновь она согревает, и я верю в вас. Я верю, что вы сможете сделать, и буду делать все, чтобы помочь вам. Ну а сумеете ли взять? Вот она еще где, немалая задача. Прийти к источнику благодатному порой легко, но как напиться из источника? Если не руками своими черпать воду, то нужно. И емкости блестящие порой никак помочь в этом не могут. Но как напиться этой влаги? И вот это таинство великое, как постигается оно жаждущими? Сумеете ли прислушаться к тому, что внутри вас? А внутри вас божественное должно подсказать вам. Но так различите ли это божественное среди голосов многих, кричащих о таинствах сокровищ ложных? Суметь присмотреться нужно сердцем своим. Труд немалый возлег на ваш, на ваши плечи. Он великий сейчас труд. Как солнце припекает сейчас вас, и вы видите тяжесть немалую, хотя лучи тоненькие касаются плеч и головы вашей. Лучи, казалось бы, незримые, ложатся на вас. Но порой вы чувствуете тяжесть великую от этих лучей легких. Благодать великая касается человека также. Незримо и легко. Ее сложно определить ощущениями привычными. Ее не потрогаешь руками. Ее не увидишь глазами, ушами не услышишь. Лучи, стекающие, благодатные к сердцу вашему. Но обретая благодать божественную, вы обретаете вместе с ней и ответственность немалую. А вот эта ответственность придавить может ощутимо. Потому и взявшись исполнить истину завета последнего, вы должны были ощутить тяжесть ответственности этой. И уныло стали выглядеть лица у многих. Трудно ноша. Ну так, а как же иначе? Ответственность великая ложится на тех,
кто готов исполнить Божие. Так потрудитесь, друзья мои, так потрудитесь, достойные дети Бога, кто откликнулся на зов истины и устремился исполнить эту истину шагами своими, делами своими, не скрывая шагов своих, но открывая их еще более пред ближними. Вы в этом призваны сближаться друг с другом. Эта задача великая. Эту задачу не постичь рассуждениями многими. Этой мудрости не зачерпнуть из книг многих. Эту мудрость нельзя иначе передать, кроме как через шаги ваши собственные, когда вы стремитесь побороть себя, побороть то, что мешает вздохнуть вам с радостью. Великий труд. Ох, как он велик! Многие рванулись исполнить его за века долгие человечества существования. Много пролилось разных тайн с жизни человеческой. История обильно переполнилась событиями многими. Ну а где сердце благодатное, которое призвано было взраститься в эти времена все трудные? А сердец благодатных найти мало можно. Но не это малое должно быть на земле этой. Вы все должны иметь сердца прекрасные, расцветающие благодатью великой. Все до единого на земле этой матери. Только тогда человек сможет сказать достойное слово дел своих, какое определено ему Богом великим, Отцом Небесным, великим и единственным, давшим вам такую жизнь уникальную. Но познать эту уникальность теперь вам нужно. Много взялись за труд этот ранее, но исполнить было это, конечно, невозможно. Не это было спрошено с человека. Несколько иные таинства лежали на плечах ваших. А вот теперь все в вашей жизни измениться должно. И меняясь, оно изменит сильно судьбы ваши. Оно изменяет очень сильно пожелания ваши. Оно сильно затронет мечту вашу. Но готовы ли вы жизнь положить во исполнение истины? Кто готов отвергнуть себя? Кто готов отвергнуть все привязанности свои и положить в ноги истины, уготовившись принять от истины ношу любую в доверии полном, ибо истина может возложить на вас только посильное. Но посильное для тех, у кого сердце ленно, оно кажется чрезмерно непосильным. Но не торопитесь пугаться, если чувствуете, что как будто бы непосильно, обратите внимание на подсказку мою эту и поймите, значит, пока еще сердце ленно. Стряхните его, умножьте бдительность свою, соберитесь силами, напрягите волю свою и да исполните предначертанное именно волей своей, ибо истина — это то, что на самом деле сделать вы не хотите. Вы хотите о ней говорить, как о чем-то прекрасном, в настроении прекрасном. Но ведь истину надо исполнить тогда, когда вам трудно,
Ее требуется исполнить, когда вам грустно. Ее нужно правильно исполнить, когда вас заполняет боль великая того, что ближний, как правило, прежде, причинил вам какие-либо неудобства. И вот тут я внимательно смотрю, а что ж вы будете делать дальше? И вы можете присмотреться к себе в такие минуты и увидите, очень ярко увидите, что в такое время, когда вам больно становится, когда все ущемляется внутри вас кем-то, вы сделать поистине не хотите. Это естественно. Это не что-то страшное. Это естественно. Страшно будет, когда вы, осознавая дело необходимое, поддаетесь желанию ложному и не делаете то, к чему вы призваны. Вот от этого горе великое начинает складываться. Так вот, будьте бдительны в минуты эти. Истина – великое таинство, но ноша соответствующая также очень великая. Умейте ее нести достойно, и истина станет сутью вашей. Вот тогда счастьем переполнится сердца ваши. Но сумейте сжиться с истиной, сумейте сраститься с ней всем сердцем своим. Позвольте истине стать хозяином в вашем сердце, удаляя оттуда хозяев ложных. Дайте царствовать истине в душе своей, и тогда мы разделим вместе победы хлеб. Вы вкусите радость немалую, но к победе этой сейчас перед вами лежит путь немалый. Вы достигли сейчас того участка жизненного пути, когда таинство поворота, о котором я уже возвестил вам, и вы ознакомились в обращениях немалых. Это таинство поворота. Оно скажется на вас сейчас значительно. И вы, многие, почувствовали, как вас тянет вывалиться из поворотной дуги, по которой мчитесь быстро. Но это законы простые. Они уже хорошо вам известны. Ну так держитесь, друзья мои. Держитесь, дети любимые. Дети милые. Хотя этого вы друг друге почему-то никак не можете увидеть. Мне это странно видеть, но я пробую понять вас. Хотя понять это очень непросто. И призываю вас неустанно попробовать разглядеть это милое и удивительное друг друге. Ведь вы же ищете Бога. Ведь вы же ищете истину. Но может ли быть истина там, где тень рождает слезы на глазах ваших? Зачем же вы ищете это темное в друг друге? Как можно искать в этой тени луч солнечный? Не безумным ли останется назвать вас, если вы ищете Бога там, где его просто быть не может? Так вот, ищите это доброе в друг друге. Ищите. И в таинствах жизни этой, которая рядом с вами складывается, здесь, особенно на земле этой. Эти таинства затронут вас серьезно. Они скроют тени многие. И вот в этом лесу дремучем, где не дерева произрастают, а тени немалые тянутся к небесам светлым,
сумеете ли искать луч солнечный? Он есть в каждом из вас. Божественное начало есть в каждом из вас, без исключения. Но присмотритесь друг к другу. И тогда вы увидите, как много радости может возникать в жизни вашей, где порою и надежды у многих исчезли уже. Надежды на то, что радость может в жизни быть. Но так эта же радость зависит от усилий ваших, что ищете вы на земле этой. Дети великого Бога, что вы ищете? Тень или свет? Ну а тот, кто ищет, конечно же, находит. Вы знаете, тот, кто будет упорно искать, обрящет. Так что ему обретать нужно? Бога или нечто иное, в стране противоположной обитающее? Трудитесь, друзья мои. Сейчас день праздничный, солнце яркое, свету много, и вы радуетесь. Умножьте улыбки сердцами своими, чтоб солнце светило вечно, чтоб стужа не появлялась на земле этой. Потрудитесь, не словами своими друг другу, стараясь нести истину, но делами своими. А испытаний множество. Я помогу вам найти. Ибо в среде истины вы найдете их предостаточно. В среде истины вы начинаете действовать особенно. И слабости ваши почему-то безудержно начинают вырываться наружу. Есть такая сказка, где роза странная, ее присутствие вызывало у людей стремление говорить правду. И когда чувствовали ее запах, все старались говорить правду, и не могли удержаться лжецы, и те, кто стремились сделать темное, они удивлялись, но говорили без умолку правду, пытаясь руками закрыть уста свои. Вот то же самое с вами происходит в среде истины. Вы попали в лучи истины, ну так что ж с вами теперь становится? Присмотритесь к себе. Конечно же, я могу сказать, если хочется, чтобы с вами было легче, уезжайте отсюда, и вам станет легче. Рядом с истиной не может быть легко. Рядом с истиной сможет стать легко, когда вы исполнили эту истину. Но до той поры истина будет лежать на вас ношей тяжелой. Но тяжесть эта будет для вас создавать ощущение тех начал внутри вас, которые противятся истине. Не поддайтесь этим ощущениям ложным. Не обращайте на это внимания, но стремитесь смотреть на то, как вы стараетесь исполнить истинное. Насколько вы стараетесь исполнить правильное? Здесь очень важно, чтобы вы как можно точнее стремились исполнить слово истины. Будьте внимательны. Есть простые таинства, которые я и сказал недавно, и готов опять повторить. Есть такие простые таинства, когда сейчас я могу вам привести такой хорошо, казалось бы, вам известный образ, но давайте за этим образом посмотрим немножко глубже, какие таинства в этом случае могут твориться. И поговорим на языке простом, наиболее вам доступном. Так вот, посмотрите, когда вы улыбаетесь. Когда вы улыбаетесь, это значит, вас коснулась какая-то радость. Радость – это то, что удовлетворило ваше желание. И когда вы испытываете радость, вы чувствуете, как хочется вам улыбнуться, и уста ваши растягиваются в прекрасной лучистой улыбке.
И если вам грустно, и вы усилием воли постараетесь улыбнуться, у вас начнется обратный процесс. У вас будет воскрешаться внутри информация о радости. То есть одним усилием волевым улыбаться вы можете поднять у себя настроение. Это простой психический закон. И вы можете пользоваться, поднимая это настроение свое, когда вам грустно. Не стесняйтесь, пробуйте улыбнуться, хотя улыбка может быть очень немилой, возникает на лице грустном, но не смущайтесь, улыбайтесь уверенней и почувствуйте, как в голове солнце встает. Но это одна сторона таинства. Вот так же все связано и с истиной. Когда я говорю вам сделать нечто, что верующий должен в том случае или в том сделать вот так или иначе, не пугайтесь, что в минуты трудные у вас все противится сделать это. Вы сделать это должны усилием своим, волевым усилием. И тогда то божественное, что уже существует во сути вашей, начнет пробуждаться к жизни. Оно будет чувствовать волю Отца, Родителя своего. Душа ваша пробуждаться будет, и она даст плоды. Потянутся ростки добрые, и их надо взрастить вам. Но для этого усилия, многие волевым усилием вам сделать нужно. И особенно прежде, в минуты трудные. Вот в эту минуту я буду стоять рядом с вами и внимательно смотреть с надеждой. Так как же вы поступите? Выберете ли божественное прежде для себя? Или все-таки вы останетесь под властью слабостей собственных? Вот этот выбор вам каждый день надлежит делать. И порою не один раз в день. Но так внимательно сейчас смотрите на дела свои. Внимательно смотрите, призываю вас, ибо то, что вы праздник сделали несколько более удивительный, это говорит о том, что наступило время, когда что-то вас уже ждет впереди особенное. И я призываю вас вновь и вновь с большим желанием встряхнуть вас, не давая заснуть вам. Мне очень хочется, чтобы вы умножили бдительность свою. И тогда радости больше будет средь того, что может быть впереди в жизни вашей. Постарайтесь, еще раз повторяю для вас. Я очень надеюсь, что вы серьезно отнесетесь к словам моим, ибо я могу улыбаться, разговаривая с вами, говорить голосом мягким, приводя образы, вызывающие улыбки на устах ваших. Но воспримите слова мои, как гром, который призван встрепенуть сердце ваше. Пусть слова мои запечатлятся в сердце вашем глубоко. Помните о них. Вы должны научиться мыслить иначе. Вы не должны мыслить так, как мыслили прежде, ибо не командовать вами нужно, не отдавать вам приказания голосом строгим, который призван прежде затронуть страхи ваши низменные и на этом держать вас вместе, создавая общество лжи и ненависти, где вы как будто бы вместе собрались и хлеб вкушаете, едино сотворенный. Но вы, как волки, собраны в стае большой, и единство ваше – это только лишь страх, что в одиночестве прожить невозможно. Вы ищете выгоду, и так собираются общества. На выгоде оно построено, и выгоду эту поддерживает. Стремление к выгоде воспитывается в детях ваших. Вот так
и строится заинтересованность ваша быть вместе. А дальше это все, что жизнью назвать нельзя, могут назвать словом «родина». Какая же это родина? Какая же это жизнь у вас? Вот от этого прошлого отвернуться требуется. Построить новое необходимо, где не голос грозный должен повести вас в будущее, но любовь ваша друг к другу, доверие ваше друг к другу, где вы друг другу, предложив чудесное, с радостью откликнетесь и вместе сделаете. Не надо будет здесь чего-то грозного и чего-то пугающего. Поэтому вот это мышление новое, которое должно соединить вас в любви настоящей друг к другу, вот что сейчас воспитать требуется. Это жизненно необходимо, ибо тому, что есть на земле этой, не должно быть далее. Ибо то, что существует, не имеет права существовать дальше. Как бы грозно, может быть, не прозвучали сейчас слова мои эти последние, но как же так можно жить? Ведь так дико не живет больше никто во Вселенной. Поэтому призываю вас, перешагните через собственные страхи, сумейте перешагнуть через боль собственную, а каких-то потерей малых, затрагивающих интересы ваши эгоистические, сумейте перешагнуть через боль собственную и устремиться служить друг другу, именно служить. Готовы ли вы послужить друг другу, или вам хочется властвовать? Ратники мои – это те, кто умеет служить друг другу. Это те, кто равны друг с другом. Это те, кто всегда положит жизнь свою друг за друга, когда это потребуется. Вот это ратники мои. Остальные лишь лицемерно голоса поднимающие. Но это не ратники. Хотя это также дети милые, но которым нужно будет сделать свое им посильное. Вы сочетаетесь друг с другом, и сильный, и слабый. И пусть сильный поймет, что на него прежде ложится ноша большая, и встанет крепко на ноги свои и протянет руку свою тому, кто слабее, и удержит его руками своими добрыми. Ну а тот, кто был доселе, казалось бы, слабенький, в среде благодатной быстро способен обрести силу великую и в нужный час уже помочь тому, кто первый протянул руку ему. В среде прекрасной вы быстро наберете силы великой, но пока разница между вами великая, умейте потерпеть друг друга. Именно потерпеть. Доброта прежде определяется терпением великим. А я и призываю вас, будьте добрыми, именно добрыми, и никогда не смейте думать друг о друге плохо. Не смейте никогда это делать. Вот к чему я призываю вас. Не смейте повторять слова нехорошие друг о друге, тем более, если ближнего этого человека такого нет среди вас в разговоре вашем. Не смейте делать это недостойное. Это нечисть нехорошая. Не грязните сердце свое делами такими нечистыми. Будьте добрыми. Говорите друг о друге хорошее. Поддержите друг друга улыбками добрыми. Ну а если и предстоит говорить что-то об ошибках ваших, говорите тогда, когда вы уже улыбнуться можете.
Но не торопитесь говорить, когда сердце огнем переполнено, ибо слова ваши, как с уст у судьи, слетают. Вы словно палач, который стремится покарать брата своего. И это дело негодное, не ратникам оно должно быть присуще. Будьте добрыми, дети Бога Великого. Трудитесь достойно. Всего сейчас вам дано много. Истины вам дано сейчас достаточно. И далее я готов давать вам, но сейчас наступает время, когда немного подождать нужно. Вы должны догнать меня. Вам необходимо немножко догнать. Иначе будет говорить с вами дальше очень сложно. Поэтому устремитесь сейчас. Не отставайте. Как раньше, я не смогу вернуться к вам в прошлое, в которое я вернулся со дней первых общения с вами. Поэтому не стойте там, на рубежах древних, для вас теперь же. Устремляйтесь вперед исполнить истину. И тогда мы поговорим еще о большем. Но сейчас я жду и верю, что вы все-таки сделаете. Сделайте то необходимое, что на вас возложено. Не смущайтесь, что вас, казалось бы, мало на земле такой великой. Нет, не забывайте истину, которую однажды говорил вам. В руке отца даже 5 зерен пшеницы дадут великий урожай. А отец — великий сеятель. Он взрастит урожай великий. Были бы только эти зерна. Но, конечно же, чем больше будет зерен, тем быстрее взрастится урожай великий и чудесный, и тем меньше горя произойдет. Вот где еще переживание немалое. Как хочется, чтоб горя меньше произошло, при том, что вы так сейчас многое обретаете. Не утеряйте времени этого великого. Не потеряйте его, как способны были потерять во времена древние, 2000 лет назад. Не повторите ошибку свою, ибо третьей возможности уже в таком случае быть не может. Это не игра, в которой можно поиграть, сложить игрушки, достать вновь, когда вам захочется. Это жизнь, и в ней так все повториться не может. Поэтому умейте воспользоваться достойно сделанным для вас Отцом Великим, призывающим вас исполнить великое. Будьте достойными, любите друг друга, будьте равными друг с другом, служите друг другу. И прежде смотрите за этим в минуты, очень трудные для вас. Не говорите в этом случае, почему не служит ближний вам. Неправильные будут слова эти. Никогда не смотрите на то, служит ли вам. Но всегда смотрите на то, а что же вы сами делаете. Вот тут-то спрос с вас и начинается. Так будьте тружениками, достойными на земле этой. А далее мы посмотрим еще многое, что необходимо вам решить правильно. И я готов вам буду рассказать немалое. Готов буду повторить не единожды многое, что очень нужно вам. А вам главное исполнить, постараться исполнить то, к чему призываю вас. Но это мой призыв. Это призыв жизни. Ведь я зову вас жить. Ведь я зову вас радоваться. Ведь я зову вас любить. И другого, чего-то нужного вам не существует во всей
Вселенной. Так научитесь любить, и вы исполните предначертанное, и слава Отца. Вот она тут-то и воссияет от края и до края Вселенной. Ибо ни одной земле тешится в любви вашей, но Вселенная Великая, на первый взгляд безмерной и бесконечной, должна окунуться в любовь вашу. Это ваш дом. Так шагните в эту Вселенную достойно. А пред этим шагом здесь, на земле сейчас, обратите сердца друг к другу и обнимите друг друга. Обнимите словами, со словами добрыми. Попробуйте помочь друг другу теплом своим. Не смущайтесь холода чьего-то, когда кто-то словно колючку может воткнуть во плоть вашу. Не смущайтесь боли этой. Колючки эти растворяются теплом сердец ваших. И нужно время, и нужно терпение. Терпение и еще раз терпение. Вот что нужно вам в вашем общении друг с другом. А истина жизни – это все, что касается вашего общения. Именно этого. Как вы можете друг с другом общаться? Вот тут-то и сокрыта вся истина. Познав ее, вот только тогда вы и сможете жить вместе. Вот только тогда вы сможете быть едины на земле этой прекрасной. Вот тогда и наступит эпоха счастья великого. Вот на этом мое праздничное к вам обращение, хотя и звучали в нем слова грозные. Но таково обращение мое к вам, и я не хотел бы, чтобы вы забывали о главном, на чем строится жизнь ваша. Чтобы праздники такие внешне выраженные вами, они смогли выражаться и внутренне сердцем вашим, чтобы настоящая радость смогла проявиться внутри вас. Но нужен для этого ваш труд. Вот мое слово к вам праздничное. Ну а дальше могу лишь пожелать вам вновь и вновь счастья великого, чтоб благодать великая касалась сердец ваших. Но чтоб, касаясь сердец ваших, оно умножалось в них и передавалось дальше. Ибо как вода в реке, если она останавливается, зарастает и становится дурно пахнущей, но так и благо, касающееся сердец ваших, если даже оно не течет, оно застаивается внутри и уже благом не может быть. И тогда возникают неприятности. Так не давайте этому благу застояться внутри. Если оно касается вас, торопитесь его множить и отдавать вокруг. Ну а для этого нужны дела ваши. Слова добрые, руки добрые, чтобы сделать могли необходимое во благо друг друга, а не просто упражнения, когда вы в уголочек запершись, мечтаете о том, как вы согреваете землю великую. Это тоже, конечно же, полезно, но более это когда вы устремляетесь к друг другу непосредственно и способны утереть слезу друг друга, у друг друга на лице, и способны отогреть сердце друг друга, если сердце чье-то горем тронуто. Помогите друг другу. В этом жизнь истинная. И будьте праведными.